На стадионе Академии спорта прошла 65-я комплексная университетская легкоатлетическая эстафета. 65 лет назад впервые у нас на территории Казанского, тогда государственного университета, состоялась ленинская эстафета, она называлась так. Ценна она тем, что здесь объединяются все наши студенты, все наши институты. В мероприятии приняли участие студенты, магистранты и аспиранты различных институтов и факультетов Казанского федерального университета. В этой эстафете я принимаю участие уже 5-й год. Это моя родная эстафета, можно сказать. Я тренирую команду и всегда готова всех порвать за эконом. Наша команда всегда занимается с самого сентября, с самого поступления в университет. Мы занимаемся целый год и готовимся конкретно к этому мероприятию. У каждого института проходили свои отборы, где выбирали лучших из лучших. И сейчас на этой эстафете они защищают честь своего института и факультета. Принимаю, потому что люблю спорт, активно занимаюсь им в университете и пытаюсь принимать участие во всех подобных мероприятиях. Любимый вид спорта на протяжении 13 лет был футбол, теперь перешел на баскетбол, занимаюсь им активно в университете. В забегах принимали участие женские, мужские и смешанные команды. Сразу же после забега своими эмоциями с нами поделился студент 3-го курса. Шли вторые, и вот, по-моему, на отрезке... На втором, по-моему, этапе наши вышли вперед, и мне осталось только добежать. Победителем в мужском забеге стала команда юридического факультета Казанского университета. В этой победе они были уверены, хотя далась она им не так уже легко. Изначально мы решили сразу опору, начать первыми и держать сильный результат. Как бы мы начали, стартанули, оторвались и так всю дистанцию продержались. Движение – это жизнь. Занимайтесь спортом и будьте выносливыми, здоровыми и энергичными. Анна Глазунова, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.